У фестиваля «Герои рабочего класса» появился еще один символ – огромный шарф длиной 40 метров. Зимой он будет согревать хоккейный клуб «Уральский трубник». Шарф создавали 15 первоуральских мастериц в течение 3 недель. Он состоит из полотен, выполненных в самых разных художественных техниках – аппликация, батик, пэтчворк. Чтобы размотать шарф, понадобилось более 50 человек. Затем аксессуар пронесли через всю площадь инновационного культурного центра. Шарф будет передан первоуральской хоккейной команде «Уральский трубник». По словам мастериц, он может согреть всех игроков и тренеров хоккейного клуба. Он будет вручен команде в начале нового сезона. Первая игра состоится 20 сентября. Где он будет потом? В музее нашем. Но во всяком случае, этот 40-метровый шарф уже сегодня представляет из себя настоящее произведение искусства.